Играй с русской озвучкой уже сейчас. rusdota2.ru. Это будет мне подспорьем на дороге... А, покомпактнее немножечко. Это будет мне подспорьем на дороге мести. Да. Нет, лучше туда. Акцент. Нет, лучше туда. Да, вот так хорошо. Ага. Говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Нет, автор этих строк не прав. Месть — это блюдо, которое надо есть сразу, обжигаясь. Быстро, беспощадно. Да, лучше. Только мне кажется, вот, которое надо есть сразу, обжигаясь. Не надо тут такую большую паузу, мне кажется. Да не, Кать. Ну, по крайней мере, нормально звучит. Нет, все правильно. Да? Ну, ладно. Ну, это уже такие нюансы. Ну, пожалуйста. Оставайся, если трусишь. Оставайся, если трусишь. Ага. Держись сзади. Это хорошо. Да. Я все еще чувствую крылья. 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 Да. Угу. Скажи, добавьте, пожалуйста, что... Хотя у меня их и нет. Я все еще чувствую крылья. Хотя у меня их и нет. Ну, ты надсмехаешься? Ты надсмехаешься? Угу. Ты надсмехаешься? Здорово. Ага. Вот они, когти скрёк. Пойдём со мной. Пойдём со мной. Да хорошо же, Кать. Я знаю дорогу. А можно ещё вот эту полностью фразу, да, всё-таки ещё разок? На этих крыльях, конечно, не взлететь, но можно попробовать. Хорошо. Здорово. Ага.